Всем привет! Сегодня 21 марта 2023 года. Нахожусь на пляже возле Козьего парка. Это река Ока, течет справа налево в сторону спасательной станции. Вот, это мост железнодорожный. По нему ходят поезда. Очень хороший пляж, мне нравится. Дом вот этот не заселен пока что. Те дома по улице Черкасской стоят, советской постройки. Хочу отметить замечательный спуск в воду. Очень удобно, выходя из реки, помыть ноги, так сказать, и тут же обуться. И таких спусков здесь два. Вот один спуск, и там подальше другой. Есть несколько переодевалок, но они, правда, без дверей. Без дверей. Ну, можно полотенцем каким-нибудь занавесить. Такие грибки от солнца, лавочки. Хороший такой пляж на реке Оке в районе Козьего парка. Единственное, что как вот негатив я бы отметил, здесь Ока узкая, поэтому течение быстрее, чем в других местах. То есть сносит, грубо говоря, справа налево. Но для тех, кто умеет плавать, это не проблема. Ну как узкое, быстрое течение. Но относительно вот широких мест, река просто здесь поуже, и поэтому течет быстрее. Поэтому сносит, так сказать, если на месте стоять. Кроме того, здесь плавают часто моторные лодки, вот, спасатели. То есть будьте осторожны, купаясь в этом месте. Ну а загорать-то можно. Вот мост Дружбы. В той стороне железнодорожный район. Я стою в заводском районе. Вот такой замечательный пляж. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Дмитрия из Орла на Бусти, в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.